Привет, друзья мои! Сегодня будем делать суперское блюдо, супер еду. Кабачочки с мясом. Мясо готовое. Один улетел. Итак, для начала займемся фаршем нашим, наполнителем. Говядины от Мираторга. Так. Сваливаем отсюда, бумажку удаляем. Дальше нашел вот такой вот лучок. Буду его туда натирать. Потому что думаю, что производитель лучок не добавил. Неправильно как бы сделал. Мы мясо покупаем, а не лук. Лук сам добавил. Так, лучок есть. Дальше вот, видите, рис. Рис 3 раза промывал кипятком. На 3-й раз залил. И подождал примерно час, наверное, он лежал. Вот. Но это очень большое количество, настолько мяса. Я думаю, что примерно вот так вот более чем достаточно будет. Яйцо. Соль. Достаточно. Перчик. Хорош. Размешиваем тщательным образом. Вот какая масса у нас получилась. Видите? Однородная. Густая. Так, дальше займемся кабачками. Нужно как следует отмыть кабачок. Кабачок надо почистить. Для этого у меня есть вот специальная чистилка овощей. Так, все это элементарно делается. Верхний слой. А можно не снимать. Кто кому как нравится. Прямо достал противень. Значит, отрезаем все эти ненужные нам вещи. Кабачок покупной. Я люблю, конечно, больше своей. Видите? Сердцевинку вырезаем. Ну, как каким-то вот таким вот образом. Чтобы сюда мясо поместить, как вы догадались, наверное. Вот так. И таким же образом вторую. Так, ну вот так вот я взял. Теперь солим хорошенечко. Со всех сторон. Если мясо у меня, конечно, останется, я 1/3 возьму. Пока что так. Так. И все. Беру мясо. Прям сюда выкладываю. Порционно. Так, ну примерно. Мы покушать хотим, а не гостей удивить, ребята. Так. Вот таким образом. Так, мясо осталось. Поэтому 1/3 тоже. Мы делаем по такому же принципу. Так. Духовочку. Я разогрел до 200 градусов. Итак, запускаем. Видите, еще не подошло, но я уже чувствую, что все, почти 200.
пониже ставим. И все. По времени определимся. Друзья мои, что же делать с этим, а? Это вполне пригодное для потребления продукт. Кабачок свежий. Молодой, точнее, да, ну и он и свежий, конечно. У него ничего, нет никаких семян жестких, которые действительно можно было вырезать там, да. Поэтому мы это тоже употребим. У меня есть лучок, это мы сейчас будем уже резать. Я им случайно вскрылся, ну, когда был на отдыхе на юге. Пытался открыть бутылку вина и резанул. Режем. Достаточно так некрупными кубиками. Так. Итак, все нарезали. Скидываю сюда. Где был у нас фарш? Луковица. Опять же, можно полукольцами ее нашинковать. Главное убрать вот эти все жопки жесткие. Накаливаем мой любимый вок на максималке. Вок готов. Маслечко. Жду, когда маслица нагреется. Это видно. Не такое текучее. Так, маслечко раскалилось. Видите, как притёр. Кладу лук. Лук, наверное, много, ребят. Эх, ничего. Упарится. Вот так вот. Понимаете, да? Процесс. Обжаривается лук. Внутри остается сочность, а сверху обволакивает, да, фритюрки делают всякие там крылья в фритюре, закупоривают сок внутри со всех сторон. Так, обжариваем. Так, лучок у нас приобрел, в принципе, золотистый цвет, пока я тут, ну, и чистил. Морковочку. Берем пару морковин небольших. И прям туда. Так что мясо у нас где-то минут 15 уже. Лодочки наши. Кабачки с мясом. Минут 15 в духовке на 190 градусах. Обжариваем с морковочкой. Минуток 5. А всего, значит, это где-то примерно 7 минут лук. Ну, 13 уже. О, вернее, ну еще не прошло. Вот только добавил, минут 8 еще. 5 минуток. Ну, друзья мои, пришло время добавлять наш кабачок. Значит, весь. Перемешиваем и тушим. Выпариваем воду из него. Кабачок водянистый. И помешиваем желательно, чтобы ничего у нас не пригорало. Никуда не отходим. Это залог успеха, следить за тем, что ты готовишь и как. Итак, пока у нас там жарево-парево, нарежем сырка. Такими пластиками. Полчаса у нас примерно процесс происходит. Так, что я делаю? Я беру и выкладываю сыр. Прямо так, сверху. Ну, не надо все. Не все любят так. Дочь у меня, например, сырная душа. Так, и майонезика сверху. Майонезик на все можно. Так. Разровняем ложечкой. Надо сделать быстро, чтобы не потерять температуру основную.
Закрываем. Жарко. Так, добавляем чесночок. 3 зубчика. Я пока тут готовлю, мне тут оставил Авар Сарава комментарий о том, что фоновую музыку надо бы делать потише. Я с тобой согласен, дружище. Учту это непременно. Добавили чеснок. И, в общем-то, перемешали и выключаем. Чеснок нельзя жарить. Ой, аромат такой, а. Чуть не забыл, ребят. Обязательно солим. И перчим по вкусу. Хорош. Эх, вот она. Ребят, без часа, наверное, без 5 час готовили. Без 5 минут. Итак, что теперь? Берем наш вот этот топинг. Я его попробую на соль, там, на все дела. С ума сойти, как вкусно. Нежнейше вкусно. И вот так вот прям поверх кладем. Что еще? Зелень. Все, ребят. Суперское блюдо. Называйте как хотите. Лодочки, кабачки с мясом. Вот вам топпинг. Это просто нечто потрясающее. Так, 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 так. Где наша ложечка? Друзья, вы не забывайте подписываться на канал, ставить пальчики. Отлично. Мясо в своей кондиции. Ставьте пальчики, прошу вас. Не забывайте на колокольчик нажимать, подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное впереди. Все, я вам желаю приятного аппетита. Делайте, как я, делайте лучше. И всего вам доброго.